переделан, но это вряд ли. Еще и Алексис Санчес. Скитарелло накрывает его Перешич. Санчес. Перешич. Тут, когда партнеры перехватят мяч и отправят вперед. Но сегодня никаких передач особо не получалось. Лукако! И вот, пожалуйста, он именно гладит. И забив один из красивейших автоголов. Одного мало. Алексис Санчес голевая. Совершенно замену. Это 67 минут, когда счет стал 3-0. Хорошее очень движение показывают выше. Тяжело по классике. И 78-я минута. Ромелу Лукаку оформляет дубль.